Мы не знаем, куда мы едем, Угу. Не знаю, брат, я и сам не знаю. Я просто еду. Угу. Едем в полицейский участок. Я сдамся. А ты останешься на свободе и позабочишься о Бойке. Другого шанса нет. Что мне сказать, брат? Я такой шанс. Езжай в полицейский участок. Мы едем. Брат, можешь принести мне воды? И воды нет. Почему нет? Спи уже, давай. Либо ты выйдешь из комнаты, чтобы спать, либо принесешь мне воды. Не выйду. Тогда принеси мне воды. Аллах, Аллах, дочка, замолчи уже немного. Я не могу замолчать, потому что мне хочется пить. Брат, ты принесешь мне воду? Не дождешься, я иду в туалет. Брат, кто-то звонит. Ответь. Ответь, кто там? Отвечай. Алло? Папа. Дочка. Дочка, где ты? Папочка, я не могу долго говорить. Ну, папа, ты же придешь меня забрать, да? Приеду, мы уже едем с братом Угуром. Где ты, дочка? Пап, я же не знаю, где нахожусь. Где? Она не знает, где. Геолокация. Включи геолокацию. Папа, то есть это старый телефон. Из него невозможно отправить. Говорить нельзя отправить. Как же так? Что там есть? Что она видит вокруг? Пусть скажет. Дочка, что вокруг тебя? Скажи. А высокие столбы. Хижина и еще деревья есть. Больше ничего нет. Высокие столбы, хижины и деревья. Когда ехали туда, что привлекло ее внимание? Спроси. Дочка, слушай. Когда тебя увозили оттуда, было что-то, что привлекло твое внимание? То есть по дороге ты видела что-нибудь? Давай, дочка, думай. Деревня. Что? Что, дочка? То есть это папа. Когда ехала, там была деревенская вывеска. На ней было написано «Деревня Текинлер». Деревня Текинлер. Текинлер. Хорошо, умница, дочка. Отключай. Этот мужчина возвращается, мне нужно положить трубку. Счастливо тебе. И воду просит, и спит уже сама. Брат, она говорит деревню Пикинлер. Ищу, смотри, ищи в интернете сейчас. Нашел, брат. Это неподалеку от Сырьера. Проезжай дальше. Жми на газ, жми. Давай, с именем Аллаха, давай. Джималь. Уже почти утро, брат. Что за дела? Подожди еще немного. Чего мне ждать? Прикончим ребенка и все на этом. Не говори глупостей. И ребенка вообще не трогай. Ты смотри, это дитя и тебя прибрала к рукам. Жилец. Не посмотрю на сотрудничество и нападу на тебя. Мы еще так низко не пали, чтобы причинять боль маленьким детям. Подожди еще немного. Демир ни за что не бросит свою дочь. Скоро будут новости из полицейского участка. Давай посмотрим. Но если не будет новости, я не посмотрю на возраст и пол. Сделаю всем больно, Джималь.
Мы же еще не проехали деревню, да? Нет, брат, мы еще не проехали никакую деревню. Вот она, брат. Деревня Тикинлер. Хорошо, это здесь. Нам нужно куда-то свернуть угу. Смотри, здесь свернем. Смотри, сюда заедем, хорошо. Заезжай сюда, заезжай. Брат, что это за место? Езжай чуть дальше, чуть дальше. Остановись здесь. Да? Почему? Остановись здесь. Хорошо. Пошли. Стой, парень, стой. Ты не пойдешь. Стой, нельзя идти с оружием. Слушай, я скажу. А что будем делать? Постучимся в дверь и попросим у кого? Оставь. Парень, я сказал, ради Аллаха, прошу, стой. Иди сюда, поищем где-нибудь в машине. Наверное, что-то есть. Не глупи, что может быть в машине? Ради Аллаха, парень. Я же прошу, подойди. Проверим, что случится, если поищем. Аллах, Аллах. Нет, ничего, давай. Погоди. Стой, погоди, я посмотрю. Да, смотри, смотри. Папа. Возьмем это. Пошли со мной. Джамаль, что это было, парень? Ребенка нет. Как это нет? Девочки нет. Джамаль, где ребенок? Еще немного, дочка. Осталось недолго, потерпи. Папа, я очень сильно боюсь. Пойдем, племяшка, пошли, машина там. Братья! Ночь еще только начинается, куда вы? Не приближайся, Джамаль. Братец Демир, была же пословица о кузнечике. Кузнечик прыгает раз, прыгает второй, а в третий раз. Не приближайся, позволю уехать. Вы уедете, но в полицейский участок. Да что ты? И как это случится? Вот так. Папа! Отпусти девочку. Не бойся уйти. Дочка, не бойся. Ничего страшного, все, ладно, не бойся, дочка. Хорошо. Да. Ой, Джу, дорогая, не бойся. А теперь твой папа, как миленький, пойдет и сдастся в полицию, потому что он не позволит навредить тебе. Хорошо, я сдамся. Отпусти мою дочь. И ты тоже.
Откуда нам знать, что ты отпустишь Ойки после того, как мы сдадимся? Как только вы зайдете в участок, я отвезу ее к Джандан. Я не в восторге от нее. Папа. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.